Всем привет, и вы на канале Мистер Ретро Мобидон. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель C500.2, телефон 2011 года выпуска. В телефоне есть разъемы динамики, лицевая камера, дисплей, клавиатура. Снизу у нас ничего, здесь у нас микрофон. Здесь у нас слот под карту памяти microSD, кнопка регулировки громкости. Сверху разъем под зарядку, под microUSB прошивки, под наушники. Здесь у нас... На шнурка сзади камера у нас есть со вспышкой. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца и музыкальные динамики. Ребят, вот смотрите, вот эти два Nokia, они оказались трупиками. Они не рабочие. Так, вставляем аккумулятор. Ребят, вы представляете, я сегодня зарядил батарею 4CT, она не включается. Так, сейчас включим телефон. Сейчас поставлю на паузу или... Поправлю уже аккумулятор. Да, вот его аккумулятор полностью сдох, даже не запустился аккумулятор. Ну, буду пробовать вот так держать его, 4B проверять. И ждем, пока телефон загрузится. Да, вот 3330 я его попробую почистить. И вот разберу его, посмотрю. Ребят, вот хотел я вам рассказать... Прикол, вот в этом Алкателе 3 таракана ползали. Вот я его сегодня разобрал, чтобы посмотреть, есть ли еще в нем тараканы. Я в нем вот вчера я тараканов поубивал в нем. Так, календарь, октябрь 2011 год, контакты. Нет доступа контакта сохраненным в сим-карте. Журнал, вызовы, длительность, пакетные данные. Интернет. Нет доступа к сети в телефоне, установленный автономный режим. Браузер может подключиться к веб-сайту. Я думаю, тут нужна сим-карта. Сообщение. Так, давай, загружайся, Nokia. Так, новое сообщение, входящие мои папки, новый я, черновики переданы, исходящие отчеты. Галерея. Изображение, видео, музыка, аудиоклипы, ссылки, поток, презентации. Магазин, карты, камера, настройки, связь, режимы, темы, мастер-настройки, параметры, автоответчик, голосовые команды, быстрый набор, обновление ПО, дистанционное дисплейное управление, перенос 3D-сигналы, режим ожидания. Справка. Учебник о программе. Справка настройки телефона. Приложение. Электронная почта. Часы. Чат. Музыка Ови. Музыкальный проигрыватель. Игры. Радио. Офис. Фейсбук. Твиттер. Обновление в интернете. Дисплей. Прил. Данные GPS. Ориентирование. Лицензии, поиск, видеоцентр, диктофон, RealPlayer, поиск музыки, подкастинг, My Nokia, произнести, YouTube. Ребят, вы представляете, в этой Nokia еще YouTube есть. Ребят, кто знает, как смотреть YouTube на таких телефонах, напишите мне в комментариях. Потому что я бы отставлял сим-карту и не мог запустить YouTube, кнопочная Nokia. Hi5, MySpace... Friendster, Quick, здесь и сети, Traveler, Shazam. Ребят, вы знаете, что такое Shazam? Shazam — это приложение, там, где можно распознавать песни, которые вы не знаете. F-Secure. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Nokia C500.2. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, пишем комментарии, ну и все, всем пока-пока. А я пошел ремонтировать эту 3330, если включится, то может и запишу обзор, если не включится, то телефон пойдет на запчасти.